Уважаемые горожане и гости столицы, в городе Бишкек риск заражения COVID-19 остается самым высоким. Так, население города составляет более 1 миллиона, а из 9 регионов территория считается самая маленькая в 185 квадратных километров. Отсюда и высокая плотность населения. 4 мая в городе Бишкек количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 231. Из них 34 завозных случая, 197 местных случаев. Остаются под медицинским наблюдением из числа контактных лиц 194 человека. Из 231 зараженных 190 человек проживает по городским адресам, 41 иногородние. По статистике, самое большое количество зараженных COVID-19 проживает в Ленинском районе – 82 человека. Далее идет 45 – Октябрьский район, Первомайский – 41 и Свердловский – 21. 69 зараженных проживают в 16 жилых массивах города Бишкек. Наибольшее количество зараженных, проживающих в жилмассивах, по Ленинскому району – Варчай-Бишики – 21, Ак-Орго – 3, Интымак – 3, Ак-Ордо – 2. Октябрьский район – Кокджар – 5, Каражигач и Алтын-Ордо – по одному случаю. Первомайский район – Ак-Босуго – 13, Кольмё – 11, Тынштык, Касым и Мурас-Ордо – по одному. Свердловский район – Учкун – 2, жилмассив Керамическая – 2, Красный строитель и Енисай – 1. 231 зараженный имели контакт с 520 гражданами. Также из всех зараженных 70 составляют медицинские работники, 24 – сотрудника МВД Кыргызской Республики. На сегодняшний момент 43 медицинских работника были выписаны из больницы, из городских медицинских учреждений. С 11 мая в случае снятия чрезвычайного положения мэрия города Бишкек рассматривает вопрос о введении определенных ограничительных мер при въезде в столицу для автомобилей и людей. Предъявление наряду с пропусками и справками о прохождении анализов посредством экспресс-тестирования либо теста ПЦР. Кроме того, мэрия города Бишкек рассматривает вопрос совместно с ГУВД города Бишкек о введении карантинных мер в установке внутренних санитарных постов внутри города Бишкек для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Коронавирус в городе Бишкек запущен механизм по ранней диагностике. Жителям города Бишкек при подозрении на коронавирус необходимо известить соответствующие службы и максимально минимизировать контакты. При первых признаках ОРВИ необходимо по телефонам сообщить 103, 112. Вместе с тем, граждане могут получить оперативную медицинскую консультацию по вопросам самодиагностики, позвонив на горячую линию 118. В случае угрозы выявления инфекции к вам домой выйдет мобильная бригада медиков, которые сделают анализы на дому, для чего в городе сформировано 40 мобильных бригад. Эпидемия коронавируса – явление временное. Оно обязательно пройдет. Уважаемые горожане и гости столицы, убедительно прошу вас оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу. Особенно воздержитесь от прогулок по общественным местам, паркам и скверам. Без преувеличения могу сообщить, что это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила домашнего карантина, можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных.